Привет, дорогие друзья! Меня зовут Петя Бондарь, и сегодня мы будем учиться с вами делать твикс на самокате. Что такое твикс? Это когда вы делаете тейл-вип и барспин в другую сторону. Не путайте этот трюк с фулл-випом. Твикс выглядит вот так. То есть самокат крутится в разные стороны, а фулл-вип выглядит... Самокат крутится в одну сторону, то есть в одну сторону бар и вип, руль и доска. Итак, после того, как мы поняли, что такое твикс, нам нужно определиться, как же нам его научиться. Так вот, чтобы его научиться, нужно уметь уже хорошо делать вип, бар. Желательно, чтобы ваш уровень катания был, ну, на таком уровне, что вы умеете там уже два випа, трешечку, чтобы вы имели контроль над самокатом. Так как тут будет крутиться все, вы его практически полностью отпускаете. И это дело, естественно, нужно контролировать. Окей, вы все умеете, все прекрасно. Я вам советую учиться твикс только тогда, когда вы научились ловить вип в воздухе. Но твикс во флиту, то есть на ровном месте, кое-как вы можете сделать просто на рандоме, без проблем, без этого випа в воздухе. Но я буду объяснять так, чтобы вы могли сделать его на большой скорости, через ступени, через фанбокс и так далее и тому подобное. Не просто вот так вот там подпрыгнули, что-то случайно встали, поставили, а прям чтобы было все четенько, по правилам и идеально. Приступаем к изучению. Показываю, на каком уровне должен быть ваш вип, чтобы вы уже могли переходить к твиксу. Красивейший вип в заднюю ножку. Можно ловить в две, ничего страшного. Но я буду объяснять в заднюю. Пойманный в воздухе. Очень многие новички спрашивают, на каком моменте закручивать бар. Я закручиваю бар в твиксе, когда у меня доска сделала уже 90 градусов. Сделала 90 градусов, я кручу резкий барспин. Вип должен быть чуть-чуть замедленный, барспин должен быть очень быстрый. Показываю, как выглядит вращение. Именно так у вас будет все выглядеть поначалу. И ваша первоначальная задача сделать так, чтобы самокат не уходил вперед, как было у меня только что. Для этого первое, что вам нужно, это выкручивать доску ногой ровно в бок, то есть в эту сторону, и ни в коем случае не сюда, не вот так. Потому что многие делают вот так и не понимают, почему же самокат ушел вперед. Да потому что ты его ногой туда пнул. Твоя задача ровно в бок это сделать, держать руки в напряжении и вот тут крутить барспин. Показываю, до какого момента вы должны довести твикс. Не понимаю, я только что ногой сделал ровно в бок, но самокат все равно ушел вперед. Почему? Да потому что спина должна быть в наклоне и самокат должен быть очень близко к вам и под вами. Показываю. Вот, вот это уже больше похоже на правду. Когда вы научились крутить твикс вот на таком уровне, ваша задача теперь стабильно ставить его в вашу заднюю ногу. У меня нога задняя, это которая в красном башмаке, то есть левая. Я когда кручу, я ее тяну и ставлю. Для чего нужно было вип ловить в воздухе? Для того, чтобы вы научились делать это в воздухе, притягивать его. Первую попытку сейчас показываю, как это выглядит при приземлении. Вторую попытку показываю, как это выглядит в воздухе. Если вы научились делать твикс хотя бы вот так, то стабильный твикс уже считайте в вашем кармане. Потому что ваша задняя нога стабильна вот здесь. Но еще при изучении ошибка у многих, то что самокат уходит в бок. Борьбы с этим абсолютно никакой не надо, никаких секретов. Просто руки вот отсюда, то есть вы прокрутили, убрали их в бок, потому что боитесь, что вот тут крутится у вас блендер под вами. Перевести вот сюда и научиться делать точно так же твикс в одну ногу, но ровно вот здесь показываю. Вы видели, насколько я близок к тому, чтобы поставить этот трюк. После этого ваша задача либо подтянуть вторую ногу, если вы делаете так же, как и я, через заднюю ногу, что я вам очень советую, либо, ну, если вы делаете с двумя ногами сразу, просто как бы прижимаете доску двумя ногами. Но советую я делать сначала одной ногой, потом подтягивать вторую. Показываю, как выглядит твикс.
все идеально, все ровно. И когда-то я думал, что этот трюк невозможно делать стабильно. Но как только я его начал делать по этой технике, он у меня стабилен везде, на ровном месте во флэту, с бордюра, со ступенек. Я в нем уверен. Все контрольно, все ништячно. Несколько вариаций с трюком твикс показываю. Смотрите. Бомба, честно говоря. Если вы хотите купить детали для своего самоката, то welcome в мой магазин Ride Action. Ссылка на него в описании этого видео. Плейлист с обучалками, со всеми вообще, находится вот здесь. С вами был Петр Бондарь, это я. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всем пока.